Привет, девчонки. Андреич! Андреич, погоди бежать. Что, Степановна, давление опять? Ну так погода. Это не погода. Послушай, вот ты сидишь в поликлинике всю ночь до утра, а твоя с полковником разъезжает. Степановна. Что? Ну вчера вот с этого места на иномарке отъехали. Все? Нет, а тебе чего, мало? Смотри, у тебя Ленка, она женщина нарядная, и при должности, вокруг нее такие мужики трутся. Смотри, доездится. Чего делать-то будешь? На тебя женюсь, Степановна. И лечить буду, пока не помрешь.